Сотрудники Мирнско-Нюрбинского ГОКа вспомнили молодость и отпраздновали выпускной. Такую тематику коллектив придумал для празднования Дня алмазодобытчика. В минувшие выходные шахтеры, машинисты и другие специалисты МГОК отдохнули от городской суеты на берегу Чуаналыра. Для нашего ГОКа это основной праздник в году, и мы традиционно выезжаем на природу. В данном случае мы сегодня на Чуаналыре, земля Аланхо. И сегодня у нас каждый цех украшает урасу, ну и представляет вот свою профессию. Сотрудники комбината начали готовиться задолго до праздника. Оформили урасы, подготовили фотовыставку коллег и организовали конкурс рисунков для детей. Также разучили выпускной вальс. Постарались и сотрудники горно-транспортного цеха. Привезли надувные дирижабли с новым оформлением. Мы все украсили, подготовились. Все, хотим представить новый логотип еще горно-транспортного цеха нашему руководству на рассмотрение. Поэтому мы еще будем участвовать в сцене, которую мы подготовили для наших работников, для всех гостей. Старый логотип автобазы стал неактуален после реорганизации. Одна из сотрудниц нарисовала новый логотип в оранжево-синем цвете с названием подразделения и цеха. В честь праздника сотрудникам МГОК вручили награды. Знаки ветеранов Алроса и к столетию республики, благодарственные письма и грамоты от руководства предприятия. После для коллектива провели праздничный концерт.